Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы расскажем вам о часах Casio Edifice модель EFR539D1A. Корпус и браслет часов изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Застежка клипса с двумя ушками по бокам, которая открывает замок. Задняя крышка стальная с информацией о модели, завинчивающаяся. Циферблат защищен прочным минеральным стеклом. Способ отображения времени аналоговый. На стрелке ириски нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Есть окошко с датой, а также три малых циферблата, отвечающих за работу хронографа. Хронограф управляется кнопками выше и ниже центральной коронки. Верхняя кнопка запускает хронограф. Она же останавливает. Нижняя сбрасывает до нулевых значений. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Питание от литиевой батареи SR920, рассчитанной на срок службы до 3 лет. Класс водозащиты часов 10 атмосфер. С ними можно плавать и нырять на небольшую глубину. Габариты корпуса. Длина от ушка до ушка 54 мм, ширина 50, толщина 12 мм. Вес часов 185 грамм. Для установки даты и времени используется центральная коронка. Нужно отвести ее на один щелчок в сторону, чтобы установить дату. Поворачивать надо по часовой стрелке. Чтобы установить время, отводим коронку еще на щелчок в сторону. Получаем доступ к стрелкам. После настройки не забудьте вернуть коронку на место, плотно прижав к корпусу. В комплект с часами идет инструкция и гарантийный талон с уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованные часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.